Приветики всем! С вами Надя и Масяня. Мы сегодня будем снимать видео на ее домик. Я планировала, что он будет не только ее, но пока что он Масянин. Я в этом кое-что расскажу про Масяню. Так вот, это ее домик. Начнем с обоев. Я сделала две комнаты, но их не делит никакая стена. И тут простое обычное место, как будто бы тут стенка. Будем представлять, что там есть стена. Начнем с этой комнатки. Эта комнатка очень мало продекорирована. В ней есть окошко, шторки и бантик. Бантик можно спокойно снять. И это никакого труда не занимает. Вот. Он очень красиво тут стоит. В углу стоит помада. Она просто для какого-то красивого украшения. Тут у нас находится телевизор. Фишка этого домика. И перед ним тумбочка. Этот шкафчик не открывается. Тут ножка и телевизор. Телевизор — обычная коробочка, покрашенная в черный цвет. Тут обои очень эффектные, со звездами. Если чуть-чуть подвинуть, то они могут переливаться, но это сейчас очень трудно изобразить. Я не буду тогда мешать никому и не буду... Сейчас я устрою поудобнее, наверное, вот так вот как-нибудь. Просто тут очень трудно установить так планшет, чтобы было все. Так, короче, я буду наблюдать все сверху. Вам сверху должно быть удобно видно. Вот так вот хорошо. Так вот, где моя рука? Вот она. Это кровать. Я потом покажу ее фишку, когда ее достану. Потому что я так сверху не могу. Потому что у меня одна рука. Я не хочу. Тут есть комод. Но я потом покажу. У него открываются ящики. Тут лежит книжка. Обычная, нормальная, какая-то красивенькая книжечка. И вот такой вот браслетик. Ну, я не знаю, зачем я его тут положила, просто как подушка. А сейчас я даже покажу, как Масяня эта кроватка. Я решила зеленое одеяло, потому что это яркий цвет. Как Масяня любит. У нее крылышки есть, и она спит. Пока что Масяня не хочет спать. Ну и комод я потом покажу их достопримечательности. А пока давайте я вам расскажу про нижнюю комнату. Ну, более низкую комнату. Здесь обои выполнены в плане какого-то королевского замка. Ну, это просто... Вот, сверху буду вам показывать, как на полете. Вот. Так поярче, наверное, будет. Или вот так вот со стороны чуть-чуть. Тут это ее игровая комната. Сначала хочу показать вам небольшое колечко, которое я плела. Это даже больше моего большого пальца. Так что я считаю, что это как бы для нее ободочек или что-нибудь там на ногу. Не знаю, но тут это уже заняло место. Тут есть такой комодик, на котором лежит резинка для зацепления. А можно положить сюда ее. Для зацепления вот этого ноутбука. Я потом покажу, как. Тут находится у нас такой ящик. Я потом покажу, что внутри. Это уже не касается вас. Тут ноутбук. Тут можно увидеть клавиатуру, экран, телефончик. А, кстати, ноутбук сейчас. Я просто в камере не... Как в космосе, реально. Я давно уже не брал. А компьютер, кстати, Apple, но это не видно. Это на... Кстати, бумага очень приятная на ощупь. Сейчас я... Давайте вот так вот как-нибудь снимать. Не бойтесь, ничего страшного не произойдет. Так, упала какая-то... Тут есть телефон, тоже компьютерная марка Apple, книжка, я не буду ее открывать потом, и просто какой-то планшет. Тут уже, наверное, будет поярче и поудобнее мне. Да, вот сейчас...